Всем привет, с вами Турбьёжик. Тут, ребятки, один из моих подписчиков, его зовут Ярослав, подсказал мне одно местечко, куда я должен сходить. И он сказал, там ждет тебя сюрприз. Какой сюрприз, я не понял. Ну вот, я вышел на новую локацию, да, город все уже видели. И идем, значит, мы направо. Там я, потому что не нашел тропу никакую. Скорее всего, вот это. Вот, правда, здесь ни разу не был. Но посмотрим, что за сюрприз нас ждет. Самому уж интересно стало. Я бегал сколько, много времени, вообще ничего не находил интересного. Да, уже довольно давно. Так, куда идти? Нет. Есть тупик. Ветряные мельницы. А, вот какая-то тропа еще есть. Ну-ка и чё? Ой! Темно стало. Чё за фигня? Это чё за фигня, блин? Кто это? Офигеть. У меня аж мурашки пошли. Ну что, на кладбище оказались? Да. Вот это сюрприз. Это что за фигня, блин? Ой, пропал. Странный типок был. Туман здесь. Солнце сюда не пробивается. Да, местечко-то жутковатое. Но интересное. Особенно вот этот чебурек, который здесь был. Нафиг. Мне это место не нравится. Пойду я отсюда. Запомнили, да, куда идти? Так что кому интересно, сходите. Спасибо, Ярослав, за совет. С вами был Турбьёжик. Как всегда, пока.